Так, ассалам галейкум, мои друзья, ассалам галейкум, Казахстан. Вот я понял, кто, значит, виновник, почему Петропавловск до сих пор за 30 лет не переименовали, значит. Последние годы вот был заместителем акима области, вот Гани Нагметов. И давайте послушаем, как он будет, значит, оправдываться, почему город не переименован до сих пор. Конечно, значит, вот как заместитель акима области по идеологии, по внутренним политическим вопросам. Это была моя работа, отслеживать все настроения в обществе. Я прекрасно знаю отношение жителей вот, к переименованию, к части жителей, которые категорически против. Есть и активные сторонники этого переименования. Но я помню, и в прошлый раз в интервью он говорил, что решения, которые мы должны принимать, они должны больше объединять, чем разделять. Да. Ну вот смотрите, какую ерунду говорит. Решение, которое мы, говорит, принимаем, должно больше объединять, чем разъединять. Как ты можешь объединить, я говорю, розу красную и жабу черную, как говорят поэты? Как ты можешь объединить казаков, атамана Захарова и солдатов Кенесары? Вообще, я говорю, с дуба рухнул, что ли. Я думаю, он просто сидит, лишь бы его кресло, значит, не шевельнулось. И посмотрите на его лицо. Это чистый Назарбаев, я говорю, в юности. И такие же и у Назарбаева солдаты. Такой нерешительный сидит там. Как будто, я говорю, приехал там американец на чужую страну и сидит такой. Ты же казах, Гани. Ты казах или кто ты такой? Сидит еще что-то там. Решение, которое мы принимаем, должны больше объединять, чем разъединять. В общем, вот такой вот человек, который против переименования, считая нашего города. Таких надо гнать, я говорю, отсюда, с севера Казахстана. Гнать их вообще надо отсюда. Второй тоже сидит там, свинофермы здесь понастроил. Мы позакрываем все ваши свинофермы. И дальше он также говорит, я оставлю ссылочку на это видео, можете полностью посмотреть, где он там говорит, там какую-то чушь несет. Я говорю, здесь явно же видно, что человек больше озабочен о своем кресле, что как бы чего ни вышло, человек в футляре, таких людей называли, человек в футляре. То есть никакого патриотизма я не видел в этом. Сидит такой весь, а как я говорю, вчера Астану переименовали, так за один день переименовали. В общем, друзья, нервы не хватает слушать дальше этого Гани Нагметова. Ну а вам я ссылочку, как обещал, оставлю, досмотрите. Пишите комментарии, ставьте лайки, что вы думаете об этом.